Меня зовут Ленка Чадова, я с Праги, я по образованию доктор медицины и тоже психолог, но работаю как психолог. А в одно время я узнала, что надо тоже заниматься лечением тела, потому что для моих клиентов большая поддержка. Когда сбалансировать одну сторону, нужно тоже сбалансировать другую. Но этот семинар, это учение очень интересное для меня, потому что как свежий ветер для моей работы. Принесло очень важные информации, как смотреть на людей, как им помочь, как глубже понимать его заболевание души и тела. Я сейчас могу им дать лучшую поддержку, не только для манаса, для психического состояния, но тоже для тела. Но моя работа так будет более персонализованная, более интегративная, холистическая. Я очень рада за то, что я здесь была. Спасибо.